В основе выставки «История военного госпиталя Оренбурга». Эту фотографию до революционного времени в Музей истории Оренбурга принес кто-то из горожан. Теперь она часть большой экспозиции. Если была бы возможность и перевернуть, и показать, что там написано, то указана дарственная надпись начальнику госпиталя от случайного коллеги. Там автограф этого доктора. Кто это был доктор, который помог, видно, в трудную минуту, 9-е ребро у больного, значит, его убрать. На новой выставке можно узнать и о медицине в годы Великой Отечественной войны. И вот видим, здесь показано, как проходила операция. При спасении человека была важна каждая секунда. Так диктовали условия. Инструменты стерилизовали, берегли. Третья часть выставки о реалиях современного времени. Это форма погибшего участника специальной военной операции. Сегодня на базе военного госпиталя Оренбурга собирают все необходимое, что спасает жизни выполняющим государственные задачи. Например, в зону СВО отправляют такую аптечку с ножницами, жгутами, необходимыми медикаментами. Ребята приезжают и благодарят, что кому-то спас жизнь нефопам, вложенный в аптечку. Кому-то спас элементарный уголь активированный, потому что травят ребят. И ребята с помощью угля, вложенного в аптечке, можно сказать, спаслись. Нужны также бойцам тактические носилки, эвакуационные стропы. Сбором занимаются волонтеры и члены профсоюза. Организаторы выставки уверены, она точно будет интересна всем, а не только работникам медицинской сферы. Елена Еремина, Игорь Бероев. Новости дня.